будем открывать вот такую площадку со свинкой Пеппа. Вот такая вот она красивая должна быть. Мы ее сейчас откроем. Тут есть колесо обозрения, качельки, такая качелька-лошадка и само семейство. Нет, даже есть еще, тут есть еще, да, еще один друг их. Ну что, открываем платечку? Да. Давай, что у нас тут надо сейчас отрезать, сейчас, секундочку. Так, открываем. Открываем кусочек аккуратненько. Все, достаем. Что у нас тут интересного? Ой, какая у нас тут интересная. Я уже чувствую, ух ты. Ух ты, так, что это? Это у нас сама... Давай мы снимем. Вот это вот у нас все семейства даже с друзьями. Это у нас такое колесо обозрения. Так, мы его сейчас быстренько соберем. Потом у нас есть вот такая лошадка. Будет кататься. Это у нас подставочка, скорее всего, под колесо обозрения. И это у нас мы сейчас соберем, будет качелечки. И Пеппочка с друзьями будет их с ним кататься. Собираем? Да. Давай. Давай. Так, а мама будет складывать. Мы уже сложили колесо обозрения. Можешь с тобой пока ставь его и катайся, а я пока быстренько качелечку сделаю. Усаживай. Не хотят садиться, сейчас посадим. Давай, смотри, вот так. Ножечки сгибаем. А тут надо держать, смотри, тут надо с другой стороны еще кого-то посадить, наверное. Вот так вот. Ой, падают они. Бух-бух-бух-бух. Надо вот так держать, наверное. А может быть, их всех надо посадить? Ой, один попал между. Спасите меня, спасите. Мы его спасли. Зато смотри, как красивенько тут катаются на лошадке. Сейчас мы разберемся. Давай быстренько я сейчас все это сложу. И мы будем разбираться, как они так катаются. И все, можешь садить. Делать хоть-хоть. Мы пока будем смотреть, что у нас получилось. У нас получилось красивое колесо обозрения, которое крутится. Не хочет стоять. У нас получилась вот такая качелечка двойная. И вот такая вот качелечка. Вот хоть-хоть-хоть будем делать. А сейчас будем садить вот такую свиночку. Их друзей. Джорджика. Что? Это, наверное, тоже, наверное, Джордж. И вот это. Ставим? Ну давай. Давай попробуем покатать. А может, давай ее положим. Смотри. Мы ее положим, она будет кататься. Свинка. Тун-тун не хочет. Не хочет она кататься. Может, они устали, и они хотят покататься в другом месте. Вот так вот. Хоть-хоть-хоть-хоть-хоть-хоть. Будем катать вот здесь. Вот их сейчас мы как-то усадим. И будем катать. Не хотят сидеть. Вот, их, наверное, надо вот так вот ставить. 1,5. Помогите, помогите. Я попал внутрь. Все, я упал. Смотри, самая маленькая, а тут катается. А этот, наверное, слишком много ест. И не хочет попадать сюда. Ой, смотри, как они постоянно выпадают. Ох, мы их лежа положим, смотри, лежа, они будут лежа кататься. Тогда мы сейчас одну, смотри, как одна классно катает, держи. Вот. Кого ты будешь тут катать? Давай, катай, коть, сади его. Мы пришли к тебе на площадочку. Можно покататься у тебя на качельке? Да.
Все, я сажусь. Вот так вот. Вот, я села. Катайте меня. Коть, коть, коть. Но я все равно выпадаю. Такая качелька для детей нельзя, потому что детки выпадают с нее. Ты хочешь ее сломать? Вот, мы вот эту, спасайте меня. Я тут внутри, я одна тут катаюсь. Кот делает сама. Вот это хорошенькая качалочка. Вот это. Котик, котик, котик. Смотри, они, наверное, а надо, знаешь, что сюда? Мы сюда мы наберем воды потом и будем так делать, так. Она как мельница. Котику, не хочет сидеть. А давай посадим вот так. Вот так, зацепим за вот эти штучки. Вот так. И они будут, смотри, уже Джорджик сидит там. Смотри, классно. Смотри, как я придумала. И они коть-коть. Смотри, как они катаются. Коть-коть. Коть-коть. Вот я так сильно ее делала, что аж сломала всю качельку. Давай еще поставим. Ты же любишь кататься на качелечках? Да. Она это почему-то не хочет. Все, конечно, хорошо, но это почему-то они, видишь, падают. Вон, смотри, help, help, помогите мне вверх ногами. А я вообще внутри. Они будут просто так. Смотри. Внутри. Смотри, вверх ногами. Смотри, вверх ногами. Он туда попал. Смотри, сейчас он выпадет. Бу-бу. Вот он, смотри, а вот он вверх ногами сидит. Вот он, смотри, ку-ку, говорит, ку-ку, помогите, я опять внутри. Это самая хорошенькая качелечка из всех. Они в ней сидят хорошо. Тут даже можно ножками их туда засунуть, вот так вот. И они хорошо сидят и не падают. Все, сломала. Ты сломала качельку. Давай, дай мне. А можно я поиграю, покатаюсь на качельке? Можно я? Нет, я первый занимал. Ну хорошо. Ну ты же мальчик. Ты должен уступать девочкам. Ну хорошо. Тогда я подожду. И я буду после тебя. Пока не поремонтируют нам другую качельку. Мы пришли ремонтировать качельку. Быстренько поремонтировать качель. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот как мы оперативно пока качельку починили. Все, она готова. Можете кататься без очереди. Не хотят, не хотят. Мальчик, так девочка только что хотела здесь кататься. Когда мы ее посадим просто на качелечко, она будет сидеть просто на качелечке. И вот она будет просто сидеть на качелечке. Они хотят. Бу-бу, разломали качель. Все, ваша качелька починена. Пожалуйста, присаживайтесь. Катайтесь на ней. Не хочешь? Давай. Все детки пришли на площадочку. Все детки свинок пришли на площадочку.
и будут кататься. Посадить ее сюда и катать. Давай, коть, и будет кататься она. А эти будут сидеть здесь кататься. Они больше будут лежать. Все, они, смотри, все сидят. Теперь их катай по кругу. Не надо доставать. Давай, они, смотри, все уселись, катай теперь по кругу. Ух ты! Ух ты! Как они катаются. Как интересно. Пусть сидит там. Нельзя пересаживать наверху, но только внизу. Ты хочешь, чтобы я поставила в синенькую? Давай. В синенькой юбочке, в синеньком платьишке или в синеньком одеянии. Конечно, должен быть в синеньком. Давай. Это не надо, мне пусть там удобно. Уху! Обвалилась. Вот такая получилась у нас сегодня площадочка. Свинки Пеппа, Пеппа Пиг. Конечно, они не хотят в них сидеть. Наверное, они хотят что-то получше. Они, наверное, хотят какие-то горочки. Ну, вот такие у нас сегодня получились. Так что, если понравилось наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Говори всем пока-пока. Мы вам всем очень рады, мы вас очень любим.